Короче, они полезли там за вороненком зачем-то. Смотри, какие психоделические рисунки на заборах. Ты посмотри, какое дерево с зубами огромными и с глазами печальными. Котяра вон с глазами упоротыми. Смотри, какая-то дырка, как будто... Вон слоник с упоротыми глазами. Не поротыми, а слепыми глазами. Такой типа, я слоник, но я слепой на глаза. Я бы ему глаза хоть подчеркнул. Здесь вообще инопланетяне. Здесь тоже инопланетяне. Давайте посмотрим. Вон пятачок. Зайчик идет. И у него синий хомут на шее. Он идет с морковкой, которая бесцветная. А тут какой-то призрак. Какой-то призрак его ждет, дух. Он идет без глаз. Видишь, у него зрачков нет. Синим таким штукой на шее. А здесь мы видим психоделическое такое нечто. Это даже не паук. Это психоделическое нечто из иного мира. Здесь мы видим тоже нечто психоактивное. Стрелки. На самом деле это усики, понятно, но похоже на стрелки. И вот мы идем. Здесь разные психодел. Вон зебра смотрит непонятно куда. Одним глазом туда, другим глазом туда. Но там ничего нету. Там солнце светит, тоже психоделическое. Вот он радостный, упоролся, радостный. Упоролся по полной, радостный, радость фигачит, радость. Вот это хороший, кстати, рисунок, довольно жизнерадостный. Здесь солнце злое, смотри, злобное солнце. Сожгу всех дотла. Похоже на мой bad trip. Когда мне было 25 лет, я испытал bad trip впервые. Вот там такое было. Здесь просто инопланетный корабль. Здесь тоже инопланетные корабли летят. А вот пейзаж мой. Который потускнел, правда, со временем. И осыпается потихоньку.